Как вас зовут? Мое имя знают все. Она перевернула мир моды и покорила миллионы людей. Тебя ждет большое будущее. До того, как она стала Шанель, она была просто Коко. Ты не такая, как все. Великолепно. Ты моложе сестры? Когда мне скучно, я чувствую себя старой. И сколько же тебе сегодня? Мне 1000 лет. Ах. Если будешь идти на поводу у желаний барона, то так и останешься в крысиной дыре. Но он сделал мне предложение. Ты думаешь, что барон женится на такой девушке, как ты? Как вас представить? Габриэль. Коко. Адри Тату. Почему я не видел вас раньше? Я гощу у своей сестры. Поселишься у Бальзана? На 2 дня. А где же платье, которое я подарил тебе? На окне. Я не могу одеваться в занавески. Поразительно. Так ты вообще не похожа на женщину. Как вы элегантны. Но какова цена успеха и что скрывается за кулисами славы? Вы влюблены в нее? Безусловно. Бенуа Путьворт, Алессандро Невала. Я никогда не видела море. Вам не пора уезжать? Развлеклась? Ты ревнуешь? Безумно. Мари Жилен, Эммануэль Дево. Перья, корсеты, безвкусица. В фильме «Ан Фонтейн». Все, что у меня есть, это мое искусство. Я поеду в Париж. Ты серьезно решил работать? Думаю, она права. Зачем ты вбил ей в голову эти бредовые идеи? Но это лучше, чем всю жизнь угрохать на пустое веселье. Не говори со мной так. Говорю, как хочу. Я перекрою этот мир. Коко до Шанель. С 8 октября в кинотеатрах. www.cocodechanel.ru